Гром моторов, дрожь земли, бронированная конница, встречай город! Подобно древним кочевникам, они восседают на своих железных монстрах с хромированными сердцами. Яростно и своенравно обращая внимание горожан только на себя. Одиночки и группы байкеров уже бороздят дороги России по направлению к Волгодонску, где с 25 по 27 мая на базе отдыха «Донские зори» состоится второй байк-фестиваль. Музыкальное сопровождение – Вася Обломов и группа «Кирпичи». Копили силы, потому что привыкли поступать по принципу или ничего не делать, или делать хорошо. В 2002 году Волгодонский байк-клуб определился как самостоятельная организация, так что май 2012-го самое время отметить юбилей. О философии русских чопперов говорит Антон, в миру юрист, медведь в братстве байкеров. Это однозначно братство, именно братство, потому что то есть, байк-клуб это прежде всего... Ты уверен, что ты на человека можешь надеяться, положиться всегда. То есть, как говорится, положить руку на плечо, он тебя всегда поддержит. Из Москвы, Украины, со всего ЮФО ожидается около 500 участников. Фестиваль стартует в Донских Зорях в 19.00. Для всех желающих будет организован автобусный маршрут от Комсомольской площади. А всем, кто в пути... Всем, кто на двух колесах, да даже и на четырех колесах, ровной дороги, как говорят, ни гвоздя, ни жезла. Валерий Ганиев, «События».